В день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла преосвященнейший Лазарь и епископ Нарский и Причудский совершил божественную литургию в Нарском Воскресенском кафедральном соборе. Преосвященному владыке сослужило духовенство собора. По окончании божественной литургии епископ Лазарь поздравил всех с праздником. Престолом Божьим и перед первоверховными апостолами Петром и Павлом, дабы им подражать, как я сказал, своей проповеди и их вере. Праздником первоверховных апостолов Петра и Павла заканчивается Петров пост. Этот летний пост, который сейчас носит название Петров или Апостольский, раньше называли постом Пятидесятницы. Многие православные Эстонии придерживались поста в эти дни. Соблюдала пост. Вот сегодня причащаться завтра буду утром на исповедь. У меня завтра внуку Петр Павел, 18 лет Павел. Ну, пост мы соблюдали, конечно. Ну, он, хотя и небольшой, но соблюдали. Все постились. Ездили в Чухтицы, в монастырь. Там мы исповедовались, мы причащались там. Всемопомощи, здравия, упокоение своих близких. Как же, надо же молиться за всех. Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились к всемирной проповеди Евангелия. Праздник.